их жены и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И стало нам так ясно, так ясно, так ясно, что на дворе ненастно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы, когда-нибудь Бог даст. И только ты молчала, 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 и головой качала любви печальный в такт. А после говорила: поставьте все сначала, мы все начнем сначала, любимый мой, и так. Под музыку Вивальди, 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 под музыку Вивальди, под слава. Скажите, почему вы так о нас заботитесь? Вы что, имеете какой-нибудь свой интерес? А? Таисия не верит бескорыстие. Вы всегда такой молчаливый? Нет. Это я вас раздражаю, да, своей болтовней? Все, молчу. Угу. Но в самом деле, вдруг ни с того ни с сего вы берете нести этот чемодан, потом уступаете номер в гостинице, вам придется жить с этим вашим лазаренкой. Ну, все, молчу, я больше рта не раскрываю. Ракета Древнегорск-Новогорск отправляется через 5 минут. Безобразие, ни одного носильщика. Тася, голубчик, какой носильщик? Ладно, это же не Москва. Нет, все, я пас. Сейчас немножко отдохну. Он меня одолел. Ну что это? Дайте-ка вашу бандуру. Ого! Что вы туда напихали? Золото? Краски в тюбиках. Да. По-моему, он хочет украсть наш чемодан. Что? Зачем наши краски? Тогда зачем он спросил, что у нас там внутри? Или ты забыл дать телеграмму? Да. Сейчас пойду, отыщу почту. Фух, все-таки колоссально. Неслыханная красота. Слушай. Угу. Что касается этого, как его? Виктор Михайлович. Да. Я вчера уставшая была с дороги. Угу. Ну и он тоже. Что? Нет. Он симпатичный. Столько для нас сделал. Он малопривлекательный человек. И вообще. Ну, ладно. Пойду дам телеграмму твоему мужу, чтобы не волновался. Надь! Ну что, очухалась? А что? А что? Что ты, Тася? Ну что ты вырядилась? Принесла поесть? Ты не заметила, я изменилась? Нет. Я вижу тебя слишком часто, я не могу заметить, как ты меняешься. Зачем надела мою кофту? А прическа? Я сделала прическу. Не ври! Прическу бы я заметила. Помолчи, не мешай мне думать. Тася. Я ухожу. Может быть, я пойду в кино.
слышите, как жалко, как жалко, как жалко. Вы слышите, как жалко. Тася! Тася! Да. Тася, да ты что? Ты что, с ума сошла, что ли? Мы же опаздываем на поезд. Кофе принесла, кофе. Кофе? Какой тебе кофе? Ну вот, ну ты подумай, скользит, как все. Ты же совершенно окоченела. Давай сворачиваться. Когда я работаю, я никогда не мерзну. А ты будешь пить кофе? Да. Когда мы вернемся в Москву, я хочу набросать зимний перрон, зимний... Тася, успокойся. Зимний вокзал, зимнюю привокзальную площадь, уйма. Тася! Масса. Мутив. Масса. Тася! Меня. Терпеть не могу, когда меня трясут. Ты чего? А что? Что? Застудишься. Загораю. А что это вы тут загораете? Везде ничего. Вы в отпуск на юг, а я к вам. В отпуск. Ага. Понимаю. На местный загар мужики не клюют. Они клюют только на южный загар. Выходит, я зря ехала к вам в город. А зря? А чего к нам ездить? Ничего у нас нет. Начнем сначала, любимый мой, и так под музыку Вивальди, 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 под музыку Вивальди, под славный клавесин, под скрипок переливы, под завывание вьюги, условимся друг друга любить, что было зим. Огромное вам спасибо. Нет, в самом деле, мы без вас погибли. Да, признательны. Только можно ли в этом городе починить чемодан, который нам поломали? Ну, Тася. По телеграмме.